О главном за 60 секунд. В Тобольске создадут рабочие группы для продвижения новых услуг, чтобы стимулировать развитие малого и среднего бизнеса. Крупный застройщик предлагает практиковать в Тюмени отсроченные ремонты в подъездах. Чистовую отделку компания сделала спустя 2 года после сдачи дома. В общественном совете при областном департаменте инвестполитики появится студенческое представительство, как связующее звено между сегодняшней промышленностью и наукой будущего. Тюменец своими руками благодаря интернету и навыкам сварщика собрал многофункциональный трактор. Окунулись в ванну со льдом в рамках проекта «Здравый смысл». Общегородские тренировки проходят ежедневно с 7 вечера на мысу и у Дворца творчества «Пионер».